Город Савона. Мы находимся перед местным драматическим театром, где сегодня состоится торжественное закрытие и награждение победителей фестиваля переводчиков и актеров дубляжа. Вот перед театром собрались участники фестиваля, лауреаты. Имена победителей, видимо, мы узнаем, уже пройдя внутрь. Ну, а пока мы знакомимся, с кем не успели этого сделать. К нам представили нашего переводчика, который будет переводить наши речи, благодарственные этому фестивалю. Так что мы все надеемся, что закрытие послужит неким открытием для чего-то нового, для новых работ, нового праздника из области дубляжа. Да. И надеемся, что на эту тему нам будет действительно чего еще сказать и чем, может быть, даже блеснуть. Правда, Диана? Да. Мы блеснем. Вы будете блистать, да? Блеснем, ребята. Да. Так что поживем, увидим. Наша делегация. Помашите, пожалуйста, рукой нашим зрителям. Наш переводчик Надежда. Сейчас состоится закрытие и церемония награждения. Естественно, в другой последовательности. Сначала награждение, потом церемония закрытия. Вот так здесь относится к дубляжу. Серьезно и академически. Questo è il più bel complimento che abbia mai ricevuto. In Russia you be star. Devo solo imparare. Are you starting? Yeah, very good. See, I'm seeing it. It's big. You have a big talent. Very good. Thank you very much. In actor profession, perfect. Because I met you too. And I finished Moscow Institute of Cinematography. My master was Sergei Bondarchuk, who made as film director War and Peace, and he has Oscar for War and Peace. He was my master. But I can do something in our profession, and I see your very good. Yes. Very good. Российским актерам дубляжа. Мы беседуем с Валерием, обладателем премии, главной премии в номинации «Лучший голос». Пожелай, пожалуйста, хочешь на русском, хочешь на родном итальянском, на что-нибудь нашим коллегам. Да. Я думаю, что язык это очень важный инструмент. Инструмент, особенно сейчас. Поэтому все, кто работает в области языков, и с голосом, они важные люди для этого мира. Правильно. Поэтому я желаю всего лучшего. Спасибо. Спасибо. А тебя с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения!